В этот субботний день в Москве два матча чемпионата страны начинались в одно и то же время. На стадионе «Торпедо» и в «Лужниках». И неудивительно, что зрителей и там было немного. Сколько уже было сказано и написано эту тему. А ВОЗ и ныне там. Кто-то с настойчивостью, достойной лучшего применения, ставит палки в колеса футбольной машины. Ну а что же игра? Автозаводцы, как обычно, на своем поле имели заметные преимущества и не использовали много моментов. Но все же их главный обидчик – это вратарь «Металлурга» Моисеев, не раз выручавший свою команду в сверхкритических ситуациях. Отсюда и нулевая ничья.